конструкция и принцип работы регулятора давления до себя 300 PS. Клапан 300 PS состоит из следующих элементов: корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. Запорный диск имеет уникальную форму, благодаря которой происходит линейная характеристика регулировки во всем диапазоне работы. В клапане 300 PS отсутствуют трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально, в результате потери на трение минимальны, и исключается закусывание оси. Благодаря пилотному регулятору клапан 300 PS поддерживает постоянное предварительно установленное давление до себя. Рассмотрим принцип работы клапана 300 PS. При повышении давления до клапана командное давление воздействует на мембрану внутри пилотного регулятора. В нем сжимается регулирующая пружина. Благодаря этому в клапане происходит удаление воды из управляющей камеры. Мембрана перемещается, и запорный диск, связанный с мембраной посредством штока, открывает проходное сечение клапана. В результате этого давление до клапана выравнивается до заданного уровня. Когда давление в трубопроводе падает, командное давление воздействует на мембрану внутри пилота с меньшей силой, что приводит к разжиманию регулирующей пружины в пилоте. При этом происходит наполнение управляющей камеры клапана водой. При наполнении камеры мембрана перемещается, и запорный диск прикрывает проходное сечение клапана. Это приводит к выравниванию давления до заданного уровня. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.